Здравствуйте, друзья! На сцене сегодня группа, которая называется «Квартет имени музыки». Почему? Объясню. Потому что все музыканты играют в разных коллективах. И в этом коллективе мы играем только то, что нам хочется. Мы играем свою авторскую музыку, которую мы сочиняем. Мы импровизируем, поэтому «Квартет имени музыки». На клавишах играет Олег Белов. На бас-гитаре Марсель Хакимов. На барабанах Александр Потапов. К нам еще присоединится наш друг из Санкт-Петербурга Антон Боярских на тромбоне. Пока мы сыграем в квартете, первая композиция называется «Курс Санты». Курс Санты, курс святого. Что такое курс Санты? Я потом понял, сначала это родилось название как шутка. Курс Санты, похоже на слово курс Санты. Курс Санты — это испытание, которое приходит в жизни, чтобы сделать нас лучше и сильнее. Это курс Санты. Thank you.
Я следующую композицию написал Олег Белов. С нами играет Антон Боярский, тромбон. Композиция называется «Джаз». Почему? «Джаз». Thank you.
Thank you.
Следующую композицию написал Антон Боярских. Почему-то она называется «Монк». Видимо, в ней слышны мелодии Телониуса Монка. Не так ли? Так. «Монк». Антон Боярских. Тромбон. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо, друзья. Антон Боярских, тромбон. И еще одна композиция Антона, которая называется «Минг Ас». Он посвящается Чарльзу Мингусу наверняка. Антон учился долгое время в Амстердаме. Думаю, что в Амстердаме только тем и занимаешься, что пишешь разные композиции. Вот столько он принес. Итак, «Минг Ас», Антон Боярский. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Композиция называлась «Редис». «Редис».
Спасибо. Это была композиция Олега Белова «Фаре». Фаре. Квартет имени музыки Олег Белов на клавише, Марсель Хакимов, бас-гитара, Антон Боярский, Александр Потапов, барабаны. Композиция называлась «Клаун» или «Армянская песня», мы ее еще зовем. Ну, она писалась здесь как армянская некая мелодия. Получилась такая песня с текстом «Клаун».
Итак, мы продолжим композицию еще одной моей, которая называется «Побратимы». Побратимы. Thank you.
Побратимы. Побратимы называлась композиция. Мы хотим еще сыграть две композиции. Первая мы написали все вместе, она называется «Хроматикс», она посвящена хроматической гамме, теории музыки. А следующая композиция написал, последнюю композицию, которую мы сыграем, написал Олег, она называется «Клезмотик». Thank you.
Композицию мы написали все вместе, Хроматикс. Итак, последняя наша композиция называется «Клезмотик». Написал ее Олег Белов. Почему? Олег Белов. Клавишные инструменты.
Меня зовут Игорь Тимофеев. Спасибо вам, что пришли. Антон Боярский, Марсель Хакимов, Александр Батапов. Спасибо вам.